Хей-хей-хей! Всем привет, дорогие друзья! С вами Чинаск, и сегодня мы продолжаем играть замечательную игру под названием Hustle Castle. Друзья, прямо сейчас у вас на экранах топ-комментарий из предыдущего видео. Если вы хотите попасть в следующую подборочку, не забываем оставлять свой царский лайк. Кстати, смотрите, сколько у нас тут денежек пришло. И, конечно же, оставлять комментарий и лайк для того, чтобы попасть в следующий топ-комментарий. Так, я смотрю, что вот что-то он приуныл слегка, смотрите. У него бонус счастья прям слабенький. Ой-ой-ой, я что-то не понажал. Какой-то слабенький бонус счастья. Давайте-ка мы, наверное, вернем наших этих персонажей, так сказать, обратно на их зону. Я что-то уже даже забыл немножко, как здесь перетаскивать. И, пожалуй, что выполним пару новых заданий. Так, поднимите двум воинам навык бойца до 6. Поднял. Есть. Отлично, теперь эти ребята больше похожи на воинов и знают, с какой стороны нужно браться за меч. Магия или смерть. Одержите победу в точке магии или смерть в ворочем лесу. Так, давайте мы еще немножко будем повышать уровень счастья, потому что, видите, они прям унылые, прям капец, просто капец унылые. Ну ладно, надеюсь, что я смогу их подбодрить. Ну а пока что пойдем в орочьи захоронения. В бой, погнали. Я думаю, что у нас сейчас... А, кстати, надо было новый лук ей нацепить, потому что у меня там же новый лук был. Что-то я забыл. Ну ладно, ничего страшного. Нифига! А это ее отравили или она? Да, по-моему, это ее отравили. Слушайте, они, кстати, нормально так зажигают, да, если честно, враги-то наши. Хорошо, что у них мало хп, вот получше у магов, потому что если бы у магов было хп больше, это была бы проблема, на самом деле проблема. Так, хорошо, домой возвращаемся. Сейчас мы будем стараться... Дорогая, пора познакомиться с моими родителями! А, вы видите, что происходит? Почему вы не спасаете меня? Сэр, предлагаю совершить атаку на укрепление врага впереди, чтобы успокоить принцессу Оливию. Так, хорошо, мы, кстати, еще повышаем настроение потихоньку, видите? Скоро будет плюс 2% уже. Вот, еще повысим. Ну-ка, вот, видите, уже более-менее нормальное настроение, и то хорошо. Так, что, погнали, наверное? Наверное, кстати, а тут нет никаких ежедневных. О, ежедневный сундук, давайте откроем. На всякий случай, может, что-то интересное будет. Так, кстати, меч выпадает, давайте посмотрим, насколько он крутой. 297. Ну, совсем чуть-чуть круче на один только урон больше. Но давайте все равно его наденем. Так, необычная броня нам не нужна. Давайте теперь посмотрим по луку, что у нас здесь. Во, 161, вообще огонь. Надеваем, конечно. И по броне ничего не нужно. Все, поехали дальше. Поехали. Поехали. Магия или смерть, кстати. Вот как раз на это задание у нас было... Давайте попробуем. Ну что, поехали! С моим мечом, я думаю, что вам... Ой, с моим луком новым. Я думаю, что вам тяжко придется, дорогие орки. Ну что, орки? Я думаю, что вам не очень по кайфу то, что... Хотя, смотрите, у нашего воина тоже по хп... Блин, нифига себе. Он, кстати, очень сильно по хп просел. Еще бы немножко, и он уже все, отъехать. Фу, хорошо, что получилось. Ну ладно. Так, что у нас здесь? Яблочко берем, денежки берем, задание выполнили, забираем награду. И у меня тут задание еще есть на улучшение тронного зала. Кстати, давайте, наверное, это сделаем. У меня вроде деньги есть, сейчас улучшаем. Так, улучшить. Мы все деньги потратили сейчас на это, нифига себе. Но зато, ай, целый час он будет улучшаться. Ну ладно, тогда мы это уже увидим в следующей серии, скорее всего. Кстати, не забываем ставить лайки, для того, чтобы серия вышла нужно как можно быстрее. Так, поднимите двум воинам навык бойца до 8 уровня. Ну, это я делать точно сейчас не хочу. Кстати, сейф можно было бы улучшить, для того, чтобы здесь побольше золота хранилось. Вот, кстати, это тоже хорошая идея. Наверное, я это вне серии уже сделаю в следующий раз. Ну, а пока что пойдем немножко подеремся. Смотрите, изумруд просека разбойников. Давайте попробуем. Давайте попробуем. Это что, боссовское как-то задание или что? Кстати, у них хп-то побольше, смотрите. У них 8000, у меня только 6. Ну, хорошо, что мы разваливаем, по крайней мере, быстрее на мод, потому что у них... Хотя, не, ребят, смотрите. Мы потихоньку сравниваемся, конечно. Ой-ой-ой-ой-ой. А мой воин-то сейчас может отъехать уже. Все, лучник против лучника, ребят. Лучник против лучника. Хорошо, что у нас лучник намного мощнее. Но это было уже очень опасно. Мстислав наш уже, как бы, это... Отъехал чуть-чуть. Чуть-чуть так, совсем. Так, домой возвращаемся и собираем здесь деньги, собираем здесь настроение. Можно было бы, в принципе, кстати, у него... надо еще подождать, пока у него хп восстановится. Что-то я раньше этого не замечал. Давайте пока сундучки тогда пооткрываем. Так, смотрите. Линзы зоркий финансист. Это для казначея нашего нужно. Давайте следующий откроем, посмотрим, что тут. Сковорода, это очевидно для повара. И здесь у нас с вами... Блин, опять этот меч. Так, еще здесь что-то можно.
надо собирать у сундуков. Еще что-то. Какие-то ежедневные задания, короче, у нас здесь есть, но я их еще не выполнил. Не знаю, почему мне показалось, что выполнил. 280. Не, ну это даже. Этот меч даже слабее, чем тот, который у меня сейчас. Отстой. Ладно, давайте тогда лучше нацепим сюда сковороду. Отлично. И сюда, например, очки. А, очки заменяют эту штуку. Стоп, а у меня. Вот, тогда на этого надеваем эту штуку. Все, слушайте, ну я, по идее, могу разобрать тогда лишнюю одежку, потому что она мне особо не нужна. Мы за это как будто получаем серые осколки какие-то. Пускай тогда лучше разберем, потому что слишком заглавляет наш инвентарь. Нам это все, по идее, все равно сейчас не надо. Разбираем. Оставим только зеленые, потому что зеленые могут еще пригодиться. Мало ли пригодятся. Новый предмет это тоже разбираем. Все, зелененький оставим. Хорошо. Так, а вот эта штука, как она? 2300, она тоже плохая. Ладно, я думаю, что этот восстановился, да. Этот восстановился, поэтому можем опять идти на карту. Посмотреть, что у нас здесь. Изумрудные кроны. Поехали, посмотрим, что у нас в кронах этих изумрудных. В принципе, я думаю, что с фулл хп мы должны спокойно наваляться этим оркам, которые зеленоморды такие, видите? Уже один отъехал спокойно. О, этот еще хилится, кстати. У него вампирский меч, наверное. Вампирский меч. Все, с этими мы разобрались. Тут уже, очевидно, победа. И посмотрим, что мы за это получим. Еще один сундучок, тоже хорошо. За сундучки я люблю, ребят. Лут я всегда любил. Да, так этих свиней. Больше крови. Ой, только никому не рассказывайте, что я радовалась. Не хочу иметь репутацию жестокой принцессы. Да по тебе видно, блин, что ты жестокая. Все время кричишь на нас. Мы тут тебя спасаем, а ты кричишь на меня и моих подписчиков. Ладно, забираем награду. Собиратель сундуков у нас пока еще нет. А вот давайте, наверное, сейчас одержим еще одну победу. И после этого мы с вами все сундуки сразу откроем. Я люблю открывать сундуки прям все вместе. Так, только Мстиславу нужно немножко еще заклинания, кстати, какие-то еще можно сделать. Но пока что нельзя. Мстислав еще немножко дохилится сейчас. Кстати, а что значит показатель мощи? Ну, по мощи мы опережаем спокойно вообще, без проблем. Так, у нас тут 4... А, нет. Смотрите, 2 обычных орка и 2 мага. И вот, кстати говоря, маги могут делать определенные проблемы для нас. С другой стороны, если мы до них дойдем вблизи, то они уже ничего сделать не смогут, 100%, поэтому, да, все, смотрите, ну, конечно, бедняги-маги, а, у нас еще и лучник, кстати, немножко пострадало. Слушай, ну тогда неплохо они нам дали, все-таки и лучник, и воин немножечко, как бы, это получили нехорошее. Оценить игру? Нет, не нужно. Впереди очень сильный враг, сэр. Натренируйте своих бойцов, убедитесь, что у них самое лучшее оружие и доспехи. Так, это мы, конечно, убедимся, но сначала нужно открыть сундучки. Забираем награду, и собирать из сундуков пока еще не получается. Все, поехали, откроем. Где у меня сундуки? Вот. Открываем и смотрим, что у нас в первом сундуке. Латы отстойные, дальше. Денежки и... Какая-то штука для кузницы, что ли? Ладно, сейчас мы это посмотрим, ничего. Здесь алмазы, кстати, это хорошо. И здесь, вот, для повара шмотки, походу. Ну-ка, давайте сначала переоденем повара, потому что она как раз здесь, из этого. Костюм повара надеваем, отлично. А у нее тоже зеленый? А, нет, смотрите, у нее синий, ой, обычный, точнее. Требования... Так, а для кого это интересно? Держи крепче. Для казначея, что ли? Давайте посмотрим, что это дает 32, а это дает 72. Ну, давайте тогда это ему дадим. А, это алмазы держать, наверное, ребят. Это, наверное, алмазы держать, это понятно. Так, это мы, наверное, не будем пока разбирать. Вдруг еще один казначей будет, на всякий случай оставим. Все, собираем денежки, собираем настроение, собираем еду. И, в принципе, ребята, такая-то, что здесь у нас? За бездонный гардероб. Получите сундуков 15 любых экипировок. Хорошо, хорошо. Алмазов у нас, в принципе, достаточно много. Алмазов достаточно хватает. Настроение у нас просто отличное. Уже плюс 5. Все, плюс 5%. И, ребят, я думаю, что надо бы немножечко прокачать наших персонажей. Давайте-ка, наверное, сейчас выключу запись. Они немножко попрокачиваются. И вернусь, когда уже вкачаются. Буквально одну секунду. Решил, ребят, не только прокачать наших персонажей, но и до конца прокачать царский этот зал. Милорд, из леса прибежали новые жители. Теперь постройте жилую комнату. Она позволит поселить в замке больше жителей и даст им возможность создавать семьи. Вау, давайте попробуем. Поддержка.
Жилая комната стоит достаточно дешево. И снова немного магии, чтобы ускорить постройку. Давайте, давайте ускорить бесплатно. Это я всегда люблю. Забираем. Если отправить в жилую комнату двух подданных, в замке могут появиться дети. Никто не знает, откуда они берутся, но это работает. Я так понимаю, что, скорее всего, они берутся из капусты. Или аист привозит. Одно из двух. Так, давай. Эй, эй, переносись. Блин, почему он не переносится? Персонажа можно переместить только в другую комнату. Ну... А, все, наконец-то. Иногда почему-то подглючивают, ребят, наверное, потому что я с компьютера все-таки играю, и поэтому... давай, давай, отлично. Отличная работа, давайте вашим поданным время, и замок наполнится детским смехом. Хорошо, хорошо. Так, милорд, теперь вы можете построить новые комнаты и улучшить те, что уже есть. Главное улучшить казарму и тренировочную бойцов. Это значительно увеличит вашу боевую мощь. Так, это, конечно, все хорошо. Ну что, дорогие друзья, в принципе, мы с вами очень неплохо прокачались. И думаю, что последнее, что мы должны сегодня сделать, это размотать босса. Если размотаем босса, то это, в принципе, значит, что мы с вами, в принципе, сделали абсолютно все, что от нас сегодня требовалось. Так, ну, кстати, да, можно еще награду забрать. В принципе, главу первую мы уже почти полностью прошли, дорогие друзья. Так, здесь тоже забираем награду. И осталось только победить Грава. То есть, непосредственно говоря, босса. Ну что, я думаю, что пора это сделать, и мы это сейчас с вами сделаем. Укрытие Грава. Отряд врага, это получается вот один босс, орк Граф. Вождь орков под контролем повелителя бездны. У него тяжелая не только голова, но и дубина. Вырубает противников мощным ударом, оглушая их и нанося урон. Ну что, поехали? Ну, ребята, не знаю, что произошло, но у меня немножко не записалось то, что у нас с вами, как мы с вами босса мочили. К сожалению, не записалось, но могу сказать, что мы победили довольно уверенно. У нас тут, кстати, уже карапуз бегает, смотрите, тут у нас прокачивается вот этот персонаж, Алан, потихонечку. Так, кстати говоря, может, ему дадим топорик какой-нибудь в руку, нет? 6 уровень минимум нужен. Ну ладно, пускай. Поэтому я решил немножечко сгладить, ребят, такое вот ощущение нехорошее, то, что у нас с вами босс, считайте, пропал как-то. То вместо этого мы с вами давайте купим парочку сундуков за... вот эти вот брюлики. Потому что, ребят, если вдруг окажется такая ситуация, что они будут нужны, я вот вам обещаю, мы все запомнили вот этот момент, что босс у нас не записался. Если вот эти брюлики будут срочно нужны, я, хорошо так и быть, задоначу на них, и мы с вами что-нибудь купим. Так, ну что, открываем редкий сундучок, и нам по... Ох, нифига себе! Смотрите-ка, вот это вот что-то новое. Жезл Бурый Скептик. Это какой-то магический жезл. Так, так, так. И на маг перстень большая удача. Тоже на мага. Смотрите, магический урон. Слушайте, а неплохо. Давайте еще один открываем сразу же. То есть мы с вами открываем два сундука. Два редких сундука. И здесь у нас с вами одеяние для колдуна, опять же. И редкая броня. И редкий лук. Вот это того стоило, ребят. Это тогда даже лучше, чем было. Давайте вот эту девочку сюда вот закинем. Возможно, что мы будем ее как раз под мага прокачивать. Так, можно ей сразу. Не хватает навыка боец. Смотрите, она сейчас получается 3 уровня, я так понимаю, да? 3 уровня, а для мага ей нужен 5. Хорошо, это будет, она будет нашим первым магом, я так думаю. Кстати, вот этот уже 5 уровня, можно ему, наверное, что-нибудь втюхнуть. Вот, например, давайте, надеваем ему. Оп, ну давай, надевай, есть. Так, и здесь еще 5 уровня есть, но у меня броня. А нет, это на колдуна, это тоже на колдуна. Это, ну ладно, тяжеловес пока что ему дадим, окей. А пока что его будем снаряжать в самое слабое, потому что у меня есть персонаж, которому хочется дать самое сильное. Так, например, вот этот. Ну, это, правда, 10 уровень нужен. Ну ладно, с этим мы тоже разберемся обязательно. Так, а лук тоже 10 уровня. Офигеть, конечно, тут по уровням, ребят, не слабо все происходит. Но, опять же, все прокачаем. Все прокачаем, все сделаем как надо. Я задонатил немножечко на ящички вот этих вот брюликов. Ну, а если будет необходимо, потом задоначу на брюлики. Так что, ребята, надеюсь, что видео вам понравилось. В принципе, мы с вами здесь очень неплохо сейчас прокачаны. У нас с вами... Давайте, знаете, еще вот... сейф я пока улучшить не могу. Может, казну тогда улучшим? Слушайте, а давайте реально улучшим казну, чтобы она поскорее становилась круче, чтобы побольше нам денег приносила. В общем-то, я думаю, что это пригодится. Поэтому, ребята, если видео вам понравилось, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Ну и, конечно же, не забываем, ребята, не забываем заходить в группу ВКонтакте, ссылка на нее есть в описании. Там вы сможете увидеть супер крутой конкурс на 10 тысяч рублей. С вами же был Чинаски, я всех люблю, увидимся уже совсем скоро в новом видео. Я к тому времени немножко попрокачиваю наших персонажей. Так что до скорой встречи, дорогие друзья, и пока-пока.